Мы приехали. Я не знаю, где мы. Трое девушек идет. Are you ready to go? Yeah. Вот, видишь, Ташка? Тяжко. Реально тяжко. Что ты думаешь? Я хочу спать. Тут странно. Здрасте вам. Дорога норм, но иногда бывает тяжелой. Я, конечно, не хочу на тебя наезжать, но что ты знаешь об усталости? Час хуярю на вулкан. Уже сейчас 20. Без сна. Мокрый. Я хочу спать. Жарко. Дорога ад. Поэтому не говори мне ничего об усталости. А с вами рубрика «Даша и Ебеня», и мы реально ебени. Вот там будет рассвет, а тут звезды. Я не бомбит. Я просто хочу спать. Да. Короче, странное место. Как ж мы так нагрешили-то, Даша? Здравствуйте. Пес рядом со мной сидит. Я уже с ним поговорила. Когда Даша подходит, пес. Она у него спрашивает: ты что, ты местный? Я говорю: конечно, местный, ты что, дурак, поднимался? Каждый раз я начала просто орать. Давайте мне глаза светить. А, ой, прости. Здравствуйте. В эфире радио Батур. Свежая сводка новостей. Это не самая высокая, что-то. Я не пизжу. Вообще-то все СМИ пиздят, так что все нормально. Дашка говорит, что Заря уже занимается. Занимается вот там. Вот там, где я показываю, вот где-то там. Я выгляжу как чмо, конечно. Мы идем и поем Катюшу. Расцветали яблони и груши. Выходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. В эфире радио Батур. Я думаю, что сейчас сложная часть. Очень высоко. Очень крутой подъем. Очень аккуратно надо ходить. 6. Но он того стоит. Мы поднялись на вулкан. Нам принесли горячий кофе, и мне кажется, это будет самый вкусный кофе в нашей жизни. Вообще такой заебись. Да. По-другому не скажешь. Смотри, себя ждут. Братва рвется к власти. Ты смелая. Лей! Грёбаные мартышки. Ненавижу обидеть. Еще, видимо, вот это батя, он держит весь район. Наш завтрак мы едим в такой вот халупе, потому что обезьяны нападают. Собачка, это моя еда, я тебе не дам ее. С этой стороны тоже не дам. Нас загнали сюда.